Здравствуйте, друзья! Живем в Сибири, в Хакасии. Сегодня с мужем приехали мы к сестре в гости по делам. По гостям-то ходить некогда, по делам. И я не могу опять не заснять ее двор. Вот только такие красивые участки у нас у возрастных тетенек. Вот именно вот такая вот моя сестра уже возрастная, ей уже в феврале, Галя, 70 ведь будет тебе? Да. Вот, в феврале ей будет уже 70 лет, больные ноги, ходит едва-едва, и вы посмотрите, какую красоту она наводит. Она не может сидеть без дела, но никак не может. И я не могу не похвалиться своей сестренкой. Какая она труженица, какая она цветошница. Ну, просто у меня нет других слов. А вы сами оцените, какая она. Потом, когда посмотрите мой ролик, ну, посмотрите, какие цветочки замечательные. Как все ярко. Как все ярко. Сальвия. В середине сальвия. По краям у нее бархатцы. Все это горит огнем. А какие же анютины? Какие же красивые анютины? Просто загляденье. Просто загляденье. Тем не менее, сегодня у нас вечер большой. Дождь. Сколько раз принимался дождь с ветром. Цветы потрепанные, но все равно очень красивые. Вот здесь вот газания стоит на столе. Сейчас, конечно, она закрылась, потому что вечером она закрывается. А это моя сестренка. Ну, ладно, не показывай. Не показывай. Вот так вот. Хочется показать, Галя, тебе хочется показать. Вот посмотрите, какая лобелия. Прямо еще свеженькая. У меня уже начинает засыхать. А здесь прямо свеженькая еще. Ну, красиво. А сейчас еще я вам покажу флоксы. Ой, какие. Вы знаете, плохо, что камера не передает запах их. Здесь стоит такой запах, просто запах духов. Или хорошей туалетной воды. Нежной, приятной. Так вот они пахнут. Это не многолетние флоксы. Ну, она высаживала их рассадой, которую выращивала из семян. Здесь вот у нее курочка пасется. Что ж она здесь делает, Галя? Она тебе все цветочки повредит, эта курочка. Вот, там у нас агератум. Тоже как бы красиво дополняет, такой синенький, яркий. Ну, вот так вот как-то. Вот как-то так. Ну-ка пойду еще я в эту сторону схожу. Здесь вот такая красавица петунья Римаджента, по-моему. И причем сейчас посмотрим. Да, Римаджента это сидит в леечке. Вот представляете, как можно у нас в деревне найти горшок. Старая лейка и смотрится прекрасно. Дальше у нее там тоже фигурки садовые. Зайчик на пенечке. Так вот. Здесь тоже флоксы. Ну какой же запах они источают. Ой. Красотки, просто красотки. Сейчас ветер, он у нас и не прекращался. Ну ладно, хоть дождик не мочит. Сейчас пойдем мы с вами в палисад. Там еще посмотрим георгины. Посмотрим еще георгины. Ну какая же умница. Ну какая же умница. Ну как же тебя не похвалить, Галя? Ну представляешь, в твоем возрасте уже ни здоровья, ничего у тебя нету. И ты не сидишь на лавочке. Не собираешь сплетни, не щелкаешь семечки. А вот посмотри, как прибираешь свой двор. Сколько георгинов. И все такие красотки. Галя, а я сегодня нашла георгин.
который я говорила, как радуга, он только начал у меня распускаться. Да, 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 да. Вот такие вот игольчатые. Вроде бы как беленько что-то внутри. Нет, они даже так кажутся, да, красные? Ну, там как-то болеют. Ага, но у меня нету такого. По-моему, у меня только розовые игольчатые. Да, Бог будет. Ага. А вот у нее инглиш. Ой, какие огромные. Вот посмотрите, если по сравнению вот с моей рукой, это просто шапки. Ну, я знаю, конечно, это название, потому что я делилась со своей сестренкой, я делилась. Это я и давала этот герген. Поэтому я знаю название. А вот он, понимаете, как-то переродился или расщепился. И вот так вот стал, вот по бокам вот. А внутри вот полностью красный. А был вот такой. Ну, а так у нас с ней, это конечно. Самый крайний, посмотри, какой распускается. Ну, а так у нас с ней георгины похожи, потому что мы делимся друг с другом. Ага. Ой, как распускается-то. Красотка, красотка. Да. Сейчас. Этих маленьких, наверное, нету. Да, маленьких нету. Ну, Гали нету, значит, будут, да? Да. Вот сейчас посмотрим, что за этот за георгин такой. Маленький распускается. Ух ты, какой красавица. Ух ты, какой красивый. Да, вот такой вот у меня только сегодня видела. Смотрю, там еще только бутончик распускается. Галя, я узнала, что это он. Что это он. Ну, вот так вот как-то. А этот ряд вообще, вот, который к забору, там совсем... Да, да, да. Вот этот ряд почему-то плохо растет, только-только набирает бутончики. Ну ничего, вот столько здесь красоты, что тот ряд и незаметно, что он там растет плохо. Друзья, до свидания. С вами была Наталья Гелизудинова и мой канал «Делимся опытом взаимно». Вот так в нашей деревне содержат дворы. Пока-пока.